Рыба-кит, папа рисует. Привет, ребят. Я подожду. Я маленький, Ваня большой. Мы большие и рисуем большую картину. Сегодня будем рисовать портрет. Меня просили нарисовать портрет Путина. Я хотел Сане нарисовать или Скате портрет Путина. Но пока что рисуем портрет Джокера. Что, я думаю, не хуже. Рисуем. Так, спасибо. Нам много присылают, много-много-много. Что нам еще? Привет, бро, привет. Егор, бро, привет, бро. Так, рисуем Джокера из фильма или тебе из игры? Мне больше из игры понравился. Короче, такой портрет такой страшного Джокера. Мы уже, кстати, мне кажется, мы уже рисовали не раз Джокера, возвращаемся, потому что... Потому что Джокер. Что? Потому что Джокер просто. Ну да, ну вот так в общем, ребятам он нравится. Заедающий. Такой фрик, который... Я не знаю, мне тоже почему-то понравился. Даже несмотря на то, что я не люблю вот эти все Человек-пауков, Халков и всякое. Ну так извини, Человек-паук, это ж такой супер, как бы... А еще фильмы разные вышли. Да, а тут такой Джокер, блин, ничего себе, Джокер, блин, это самый крутой. А ты, пожалуй, как можно сравнивать Джокера с каким-то Человеком-пауком? А Железный Человек? Ну тоже, что в нем такого? Самый крутой это Джокер. И вообще весь Бэтмен, мне кажется, весь Бэтмен стоит Джокера, потому что сам Бэтмен без Джокера вообще это не почти ничего не нужен никому. Кому нужен такой уголок? Такой черный, страшный чувак. Вы супер. Лиза, спасибо большое. Рисуй с нами. И ты тоже будешь супер. Блин, у меня что? Ну, рисуем Джокера как можем. У меня такой какой-то страшноватый, даже, наверное, не влезет весь. У меня даже вот я настолько большой рисую, что... У меня настолько худо получается. Но зато мы как бы поговорим про Джокера. Джокер, он как бы, знаешь, такой клоун, который как бы противовес всех, он всех раздражает. Даже своих этих, ну, злодеев. Да, он всех раздражает, он всем достает. Он даже мозолит глаза. Он еще, кстати, блин, такая еще штука, что его в Batman Arkham King его даже взяли злодей, как бы, ну, чисто взяли его, просто вот так вот связали, какая-то психа какого-то. Ну вот уже всех достал уже. Настолько, как бы, он как бы помогает Бэтмену, чтобы этот выброс, они же ради этого иди. Он как бы он просто начинает надоедать Бэтмену специально, типа: «Бэтс, ну пожалуйста, ну не надо меня балансировать, пожалуйста, пожалуйста». Ну, как бы, а потом он выбирается: «Привет, достань меня, пожалуйста, Джокер». Ой, «Бэтс, достань меня, если сможешь, фиг тебе, я что дамся», типа. Блин, вроде как он у него, блин, у него как бы, знаешь, его оружие. Это непредсказуемость. Раздражительность еще, да. Да. Ну а если всегда ты думаешь, кстати, вот если насчет непредсказуемости, как бы ты ждешь непредсказуемо. И вот если, например, человек всегда ведет себя непредсказуемо, да? Ну, шуточки откалывает всякие, да? Да. Потом, через какое-то время, мне кажется, ты уже начинаешь угадывать его эти шуточки. И вот это хуже. Ну, особенно кислотный цветочек. Ну это да. Так что, ну, Бэтмена все-таки у него шуточки такие еще не все угадываются. Все-таки он старается над своими шуточками, да, пошутить и новые придумать. Не просто особенно так, этот в «Возвращении легенды» или каком-то там фильме, когда он типа взял его в жирного, запихал мобилу и его взорвал. Ну, как бы выброс ошел бы. Ну, по-разному придумывает. Изловчается, у меня даже не влезает Джокер, такой огромный, Что мы играть? Вы в «Майн» играете. А, это чисто школьный язык. Жаргонный, как это. Мы не знаем такого языка, сленга нашего, но это... Нет, ну, в «Майн» мы не играем. Как-то ко мне Дима приходит, у меня есть на Wii U она. У меня тут Таня смотрит постоянно прохождение всяких Майнкрафтов. Нубы играют в Майнкрафт. Сейчас Майнкрафт что-то в моде резко стал опять. В моде? Резко. Ну это потому, что Аня сейчас смотрит. Мне кажется, он уже ушел. Нуб? Ну идеальный канал, я бы его всегда смотрел. Нубер. Идеальный канал. Лучший канал для меня, это про меня. Так я смотрела на Ванином ноутбуке. Да? Да, вот пока у тебя компьютер рожали, почему-то тебе можно... Каким образом вообще? Ладно, не ругайтесь. Знаешь, привет, смотри, Супер Дима пришел. Я не знаю почему, но реально Джокер чем-то вот просто вберет и заедает зрителей своих. Он просто вот он нравится всем, кто его посмотрел, практически всем. Ну, последний Джокер, который вот этот вот был. Ну, конечно, его чуть-чуть совсем, но блин. Он не понравился всем, они все раздражения были. Вот
который вот этот вот в отряде самоубийц. Раздражение. Кто меня сзади бодает? Ты тоже говорил, что он тебе не очень нравится. Ну потом я такой еще раз пересмотрел, смотрю, такой, блин, ну нравится. Знаешь, зубы свинцовые, типа такого что-то. Идеально, все, что я хочу. О чем я мечтаю? Свинцовые зубы. Это дантисты обратились за. А зачем вы делаете себе свинцовые зубы? Хочу быть как Джокер. Ну, в принципе, сейчас все возможно. Да. Нам Супер Дима пишет. Привет, Супер Дима. Ну, слушай, мы рисуем супергероев почти что. Суперзлодеев. Суперзлодеев. Ну, кстати, еще один на повестке приходи. У меня будет. А я да. И приходи к нам в гости еще. Ну, я бы назвал. Знаешь, вот я. Там, знаешь, он. Получается, что у Джокера, оказывается, он, короче, такой. Он свой токсин даже создал, токсин с Джокера. Это, короче, такая офигенная вещь, блин, я посмотрел. У него все люди, у него такие же улыбы начинаются. Улыбы у всех остальных. У репортерши там были какие-то. Весельчак. Да, вот такие рожи просто, вот до ушей улыбка, просто ужас. Она хоть и, ну как бы знаешь, она просто заставляет либо ржать, либо ну, в нервном припадке упасть. Ну, я не знаю, но мне просто нравится. Мне просто нравятся улыбающиеся рожи и его смех. Знаешь, он, блин, еще был случай, когда он в игре уже в Arkham King, он ему такой, он такой злодей, давай, ха-ха, Бэтмен, достань меня, такой, типа, такой там, короче, светлячок тоже какой-то злодей, такой. Да-да-да. И такой говорит, пацаны, кто-нибудь сбейте его с базуки. Он такие пацаны берут просто с базуки в него палят, попадают мимо, там где-то взрывается такая взрывная волна, он такой летит, сальдуху делает, такой. Сумасшедший. И ржет просто. Ну, сумасшедший такой чувачок. Очень сумасшедший. Ну, знаешь, у него странная очень история. То есть он был раньше в какой-то банде клоунов, потом он упал, как бы чтобы их не поймали, он упал в чан с кислотой, обезумел. После этого у него каким-то образом появилась девушка даже. Девушка. Да, психолог, психиатр. Ну, там такая девушка, знаешь, она на девушку-то не похожа. Мозги электричеством-то просадили. И вроде как началось все, ну, как бы по-разному там. Ну, у меня такой Джокер получился довольно страшный. Ну, он такой страшный. У меня думаю, тоже какой-то, если знаешь. Бы он к тебе, вот, например, если бы он все свои шуточки по поводу тебя это делал, тебе бы он не понравился вообще. Да, я бы сидел там. Ты бы думал, как бы его это... Устранить. Устранить, потому что он бы тебе не нравился. А так как это он делает с каким-то там Бэтменом, такой фикс. Бэтмен мне и так не очень нравится, так что пусть там... Ну да, DC, как бы, они даже мультики создают свои, он тоже прикольно там сделал. Джокер? Да. Ну и игра тоже прикольная вышла же с ним. Ну он себе вообще хорошо... Короче говоря, он смеется как Г. Красный шарик очень популярный. Красный шарик? Это такая игра. Да я знаю, это оно. Играют, да. Это оно, что ли, видите? Ну это клоун, оно тоже взят же оттуда. Вот это самый, блин, оно. Мы недавно с Супер Димой рисовали. Кого? Оно. Джокера? Так, ой, нет. Джокер! Тимур пишет. Ну, ребят, нарисовали Джокера с Ваней, и он как бы зевает уже, думает, блин, Джокер что-то скучновато. Пугало надо. У тебя Джокер хорошо получился. Я Пугало очень хорошо изучал тоже. Так, ну что, сейчас так, нам 100к пишет Анастасия. Спасибо, что 100к, да, действительно, 100 подписчиков у нас, 100 тысяч. И мы теперь довольны, и ждем, когда у нас миллион будет. Но пока миллиона нету. Так, сейчас будет перерыв, и с Аней мы будем еще кого-то рисовать, да? Ты отдохнула уже? Да. Никотина. Имею в виду, ну не очень мой класс, имею в виду гопник. Чего? Буратино будем рисовать? Буратино.